Пятое по счету уголовное дело Гоши подошло к концу. Судебные прения закончены. Подсудимому дают возможность высказаться. Вам нечего сообщить? Нет. Обвиняемый на этот раз не нашел слов, хотя недавно не стеснялся в выражениях. История неугомонного Гоши давно напоминает многосерийный фильм, за которым следит вся Хакасия. Впервые нетрезвым за рулем он попался в 2011 году. Был привлечен к административной ответственности. Я культурно по городу ездил. Подрезает меня какой-то тип на бэхе. Ну и меня это задело, я этого типа зажимаю, выхожу, говорю, ты чё лошадь, говорю. В таком же культурном виде автоинспекторы засекли Мурдзюкнели трижды подряд в 2016-м. Тогда его судили уже по уголовной статье. Но наказание в виде лишения права садиться за руль, пара солидных штрафов, каждый больше 200 тысяч рублей, не остановили лихача. В 2017-м приговором суда Георгий отправился в колонию поселения на 9 месяцев. Был освобожден 13 мая 2018 года и меньше чем через 2 месяца вновь попался пьяным за рулем. Мурдзюкнели обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это повторное управление транспортным средством и на автомобильном состоянии алкогольного опьянения, если это действие совершено повторно. На этот раз вердикт суда – лишение свободы сроком на 1 год и 3 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима. Новый год, а также свой 30-летний юбилей неугомонный Гоша встретит за решеткой. Ольга Семенова, Дмитрий Паршин, РТС.